зашел на мой канал. Сегодня у меня прогулка по лесу. Решил я вот прогуляться. Октябрь наступил. Посмотреть, что в лесу. В этом году год, конечно, не грибной. Грибов практически нет. Про благородных я вообще не говорю. Хотел уж посмотреть опят. Ну вот не знаю, пока вот в лес зашел. Вообще, ну какие-то есть, конечно, грибы. Лес влажный. Но опят нет. Ну, что хочу сказать. Вот сейчас небольшой дождичек идет, накрапывает. Ну, так в лесу дышится, конечно, хорошо. Погуляем, посмотрим. Может быть, что-то найдем. Кстати, хочу сказать, довольно-таки тепло, влажно в лесу. Выходил, по-моему, 13 градусов было тепло. Или 14. Вот. Ну, вроде бы для роста грибов все условия. Ну, видимо, просто сам по себе год такой. Поэтому посмотрим. Ну, вот такие вот грибы растут, это свинушка. Но их, честно говоря, и в голодный год-то не собираем. Ну, вот здесь вот, типа вот такой небольшой канавки, вот я вижу маслята. Сейчас вот посмотрим. Вот, смотрите. Дождик усиливается. Вот такие маслята. Идеально чистые. Ну, может, хоть на жаренку что-нибудь наберем. Посмотрим. Вот эти вот свинушек очень много. Ну, те, кто собирают, могли бы набрать этого добра прилично. Вот они. Ну, вот здесь вот их, да, хватает. Очень плохо, друзья, в этом году с грибами. Вот смотрите. Самое интересное, это сосна. Вот. Поедена вся короедом. Смотрите. Вот они опята. Ну откуда? На березе должны расти. Вот есть вокруг всего дерева. Здесь, конечно, поменьше. Ну вот. Ну такая вот неплохая кучка. Сейчас, конечно, мы ее срежем. В хорошие времена одни шляпки бы стал срезать. О! А сейчас вот так приходится. Ну, красота. Дождь не прекращается. Походим сейчас еще. Поищем. Вот здесь попались козлята. Ну, тоже соберем. Где-то здесь еще видел несколько штучек. Вот. Раньше мимо таких грибов в прошлом году проходил. Срежем. Мухоморы, вот смотрите, какие на загляденье. Красавцы. Ну, вот, по идее, должны и белые быть. Ну, благородные хотя бы какие-то. Ну, какие. Вон, только лезут. Может, еще, конечно, и пойдут грибы. Все может быть. Если будет тепло, дождей, в принципе, хватает. Лес очень сырой. То, может быть, и волна будет еще. Посмотрим. Я пошел по своим местам. Вот по земле, если видно, вот они. Начинают только лезть. Я думаю, что через недельку будет
волна опять должна быть. Сейчас здесь посмотрим. Вот, смотрите, чешуйчатка. Сейчас покажу. Это я что-то забрался в такой бурелом. О, это чешуйчатка. А вот опята. Обычная осенняя опята. Вот, кучка небольшая. Смотрите. Вот они. Какой-то. Вот, начинают. Вот они. В самый залез. В корни дерева. И опять, смотрите, ель и береза вместе. Это там чешуйчатка. Ну, сейчас соберем. Что-то хотя бы есть. Вот залез самый бурелом. Но нет здесь опят никаких. Вот какие-то. Полно вот таких грибков. Но вот именно опят нету. Вот бурелом конкретный. Обычно здесь этих опят. Не утащишь. Ничего. Итак, друзья, сбор грибов на сегодня я заканчиваю. Дождик меня согнал. Какой-то даже туман вот висит. Но условия все для роста грибов, честно говоря, сейчас есть. В лесу очень сыро, влажно. Туман и утром был, и сейчас. Ну, вроде как должны быть. Но, что хочу сказать, нашел я пару куб-мест с опятами. Вот, опята вроде в нормальные осенние. Ну, мало-мало зародышей. Ну, тоже в одном месте где-то, в двух, может быть, попадались. Несколько маслят. Ну, какая-то рядовка там фиолетовая попалась. Ну, особо с грибами пока не очень. Ну, думаю, что еще 2-3 дня или 4 вот после такой вот погоды, если грибы не пойдут, думаю, можно корзину вешать на гвоздь и начинать заниматься рыбалкой, так как октябрь. В общем-то, думаю, наверное, будет лучше. Вот такой вот скромный у меня улов на сегодня. Ведерку набрать не удалось. Ну и ладно, на жаренку есть и хватит. На этом всем полных корзин. Всем удачи. До свидания.